Сегодня в зале межмуниципального отдела МВД России Кашкабльский состоялось итоговое совещание по результатам деятельности отдела за первые полугодия текущего года. Присутствовали начальник штаба МВД России по Республике Адыгея Дамир Тумов, начальник межмуниципального отдела МВД России Кашкабльский Анзор Ургишев, руководящий состав отдела. Началось мероприятие с приятного момента. Награждается грамотной памятной медалью за значительный вклад в подготовку и проведение Олимпийских игр, зимних Олимпийских игр, Шикова Диана Беслановна. И также приказом МВД по Республике Адыгея есть присвоено очередное специальное звание старший лейтенант полиции. Для получения этого специального звания. Поздравляю. Также грамота награждается Калюжная Оксана Васильевна за значительный вклад подготовку и проведение зимних Олимпийских игр. Подписал президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович. И также присвоено очередное специальное звание старший лейтенант полиции. Если бы Олимпиада была старшим лейтенантом, наверное, не была. Да? Российской Федерации. Также приказом министра внутренних дел в Республике Адыгея присвоено очередное специальное звание лейтенант полиции Хаджокова МДР. Судьбу Российской Федерации. Награжден благодарностью майор внутренней службы Хакунов Али Аслангиреевич за образцовое выполнение служебных обязанностей. Подписал министр генеральной полиции Речевский. Далее с отчетным докладом выступил начальник межмуниципального отдела МВД России Кашхабский Анзор Ургишев. Было отмечено, что с начала 2016 года на территории обслуживания оперативная обстановка оставалась стабильной, чрезвычайных происшествий, связанных с массовым нарушением порядка и угрозой терроризма, не зарегистрировано. В течение рассматриваемого периода выявлено и зарегистрировано 166 преступлений, что на 9 преступлений больше 2015 года. Общий процент раскрываемости составил 89,7%. При этом наблюдается динамика устойчивого снижения массива тяжких и особо тяжких преступлений. Деяний, наименее подтвержденных латентности. На фоне незначительного роста числа регистрируемой преступности в текущем году раскрыто 139 преступлений. Число нераскрытых преступлений сократилось на 11%. Раскрываемость преступлений линии криминальной полиции составила 88%. Линия охраны общественного порядка раскрываемость преступлений составила 91%. В текущем году зарегистрировано одно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, снижение составляет 66,7%. За 6 месяцев 2016 года отмечается незначительное снижение преступлений, совершенных в общественных местах с 6 до 5. Количество преступлений, совершенных на улицах, площадях и скверах, составило 4 преступления. Сотрудниками межмуниципального отдела МВД России Кашхабльском в первом полугодии выявлено и пресечено 8 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, и 10 преступлений по линии незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. В первом полугодии 2016 года сотрудниками отдела участковых полномоченных полиции по делам несовершеннолетних выявлено 319 административных правонарушений, из которых 80 правонарушений связаны с нарушением общественного порядка и общественной безопасности. В сфере незаконного оборота алкоголя выявлено 13 фактов нарушений законодательства. В заключение начальник межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Анзор Ургишев обратил внимание на необходимость проведения профилактических мероприятий с населением по предотвращению и пресечению фактов обмана граждан посредством мобильных телефонов с помощью СМС-сообщений и различного рода технических средств, в том числе с использованием интернет-сайта «Ави».